Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Вот видите такую тарелочку? Это первая зелень с нашего огорода. Вот это любесток. Это щавель. Это сныть самая большая куча. Вот это. Это лук, батун и из репки, что проращивали. А это чеснок из семян, который у нас его много, мы его решили немножко поесть. Вот такая тарелочка весенняя на ужин. Резать его салатом не буду, кому что нравится, тот и будет есть. Потому что сочетаемость может быть не очень, а по отдельности нормально.